Сейчас лично для меня премьера. Ведь песню я исполню старую, написана она давно. Но я ее как-то никогда не исполнял, и только, может быть, так про себя иногда напевал дома. Дело в том, что эту песню впервые спел наш известнейший певец Марк Бернес, которого, к сожалению, сейчас нету. И мне так казалось, что после него, в общем, эту песню никто так исполнять не может. И вот сегодня и вчера, естественно, в Баку, я эту песню исполняю впервые. Это песня композитора Френкеля на стихи Расула Гамзатова «Журавли». Кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех давних летят и подают нам голоса не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том к строю есть промежуток мал. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.